Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mateo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, баскетбат. Ну ты не гетто. Внимание. Ответы. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, встали в стойку. Встали в стойку, лапичуаре. Лапичуаре. Положили руки на плечи. Лома. И первый номер, или правой, или левой ногой, должен наступить своему партнеру. Раз. Или на эту ногу, или на эту ногу. Первый номер. 15 секунд. Так. Здесь все ошибается. Только первый номер наступает, второй прыгает. Подходите близко, там камера. Здесь вот. Поменяли второй номер. Готовы? Прыгай, прыгай, Диана. Прыгай. Как нас каталось? Эй, боец, идите сюда. Ближе мне, все. Вот здесь вот. Поднимите, пожалуйста, там аккуратно, полейте. Так, первый номер ложится на спину. Миша, сделал сзади, он падает. Миша, почему руку выставляешь? Почему кувырок не делаешь? Так, первый номер делает. Нет, первый номер должен сделать удержание. А второй номер, не убегает, но не дает. Иди сюда, да. Эй, ты становишься со стороны головы. Становись на колени. Он должен мне сделать удержание. Или отсюда, или отсюда, или отсюда. А я ему не даю. Хаджина, я защищаюсь, но не убегаю. Не убегаю. То есть я ему не даю делать, защищаюсь, но не убегаю. Не надо ложиться на живот. Готовы? Приготовились. Если я зафиксировал, то отпускаешь и снова делаешь. Приготовились? Я не вижу, что ты делаешь. Защищайся, Диана, уже. Ногами, руками. Зафиксировал? Это вы. Николай, зафиксировал еще раз. Смотри, поменялись. Готовы? Хаджи. Сел еще раз.
нас пройти сделать удержание. Макс! Да! Защищайся! Что ты как мешок с говном? Матвей! Катерин, сюда! С Диане, да! Идешь ли идет, а Николай идет к Андрею. Отжимание. Ты приготовились? Я. Внимание. Пройти сделать удержание. Хаджуя. Я что сказал, на спине на жопе не лежать? Только. Саша, что ты пропустил? Я не пропустил. Матер, баскетбас. Вот так это соревнование, как мешки с говном. Хаджу! Не пускай. Давай, 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 давай. Убирай ноги в сторону. Не, не, не дерись ногами, защищайся, но не дерись. Матер, кажется, вы кого? Значит, ваша задача, иди сюда, значит, в борьбе, бывает так, что он заправился, и невозможно взять за кимоно, поэтому заправился и тяжело взять за кимоно, вам нужно взять отворот, или этот, или этот, поэтому сейчас ваша задача, противник заправился, партнер, не дать ему и сделать, посмотрите что, постараться раз достать, раз и вытащить, хоп, вытащить, хоп, чтобы потом можно было взять и сделать бросок. Ты делаешь. Мне, то есть мы оба друг другу делаем. Приготовились, заправились. Готовы? Еще нет. Еще хочется, да? Отжимай. Пошли. Быстрее, Саша! Вытащить от ворота партнера. Андрюша, стоп! Я понимаю, что вот так можно держать, но вот так, когда ты держишь, зато за это шибу дают. Поэтому старайтесь себе руки противника, раз, и не поворачивается спиной. Повернулся спиной, пендель ему, бэм, подсрачивай, бэм. И еще раз, прошу, у вас два мата, ваши два мата здесь. Хочу постараться вытащить. Приготовились? Он вообще скажет, что не считается, потому что он не хочет прыгать. Будешь каждый раз. Я сказал, где ваша мама? Приготовились? Че? Вытащить. Оба отворот. Андрюха, спиной не поворачивайся. Мах, чтобы не убегать, надо качаться. Так, значит, внимание сюда. Артур, спина. Качаться не во время тренировки. Эй, как вы не можете, посмотрите на меня. Качаться не во время. Если ты голодный, это не значит, что надо кушать все время во время тренировки. Хочешь в футбол играть, это не во время тренировки. Это в личное время, свободное, понимаешь? Для этого надо говорить, тренер Анатольевич, придем в тренер, там придем. Когда мы придем? В субботу, как у нас, есть какие-то задания? Нет. Давайте будем ходить качаться. Понимаешь? Тренировка – это тренировка. Все, вы хотите во время тренировки покушать, выучить уроки, сходить в туалет и потренировать. Это не тренировка.
Так, внимание сюда. Артур садится, ложится на спину, спинами. Между ног у него становится Миша. Вот это исходное положение. Обычно в партере как бывает? А, ну иди сюда, слушай. Иди сюда. Иди ко мне. Ко мне. Садись. Посмотрите внимательно. Его задача выйти из этого положения, встать в стойку. Единственное, что нельзя. Нельзя меня поднимать и бросать на спину. Вы стараетесь удержать в этом положении. Как? Выходи. Как? Держи его. Вставай. Выходи, выходи. Не давать ему вставать. Давай, вставай, стой. То есть не давай. То есть не дать ему обыкновение. Давай, давай, давай. Вот, держим руки. Вот, не даем вставать. Я если он встал, значит меняемся. Встал, вас оторвало от ковра. Не бросил, положил. Вы меняетесь. Хорошо? Так. Да, идешь Диане. Ой, какие вы мертвые. Какие вы мертвые, девочки. Тяжело. Кто болеет? Кто в акцине? Возьми им, дай по 100 сжиманий, приседаний, потом они подтянутся и выглядят. Пошли, сюда. Так, ты мне, туда пришел. Все, Павел. Не, Катерина, Лиза, туда. Катерина, буду менять. Пошли, пошли, работай. Второй номер держит. Наши. Мои плачут. Давай, вставай, 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 вставай. Вставай, вставай. Вставай, а, хорошо. Так что только не мешал. Делаем, делаем. Только приседание, работаем. Что? Андрей ушел. Нужно захватить. И как только Андрей, вы меняетесь с Андреем. Приготовились? Хочу? Не, ногами. Захвати ногами. И вообще она знаете. Пусть так делает. Пусть лучше так делает. Ты поменял, Андрей? Один раз, второй раз. Потом ты его меняешь. Вас и мат поменялись. Да делай, что ты стоишь, блин. Ну. Блин, ну. Отмороженная группа, блин. Ну давай работай, блин. Вставай в стойку, стойку, вставай, вылезай оттуда. Вот отличники у меня отличные. Во-первых, следующее задание, то же самое, но там нужно вывести и зайти сделать удержание. Вывести и сделать удержание. Слушай, слушайте, вот вы в каком классе? У вас в Москве есть? Нет. Нет. Вот они правильно сказали. Ну ты с ним был, да? Да, был. Вышел, сделал удержание. Значит, выходит Андрей. Ну меняйтесь самостоятельно, блин. Или я должен ходить и просить вас. А я два раза сделал. Сядь и сиди, садись. Я говорю, пусть он съест, блин, он два раза сделал, все. Теперь... Пошли. Вынести и сделать удержание. Вынести и сделать удержание. Вот когда ты пойдешь у нас поменяться, пойдешь и поменяемся, Катали. Ты как девочка, я не могу тебя просить. Прости. Сколько можешь, сколько делаешь. Матер, поменялись. Ручки. Поменялись. Приготовились. Лучше тебе. Чем тебе.
Кричай. Миша, Миша, я сказал поменяться. Почему все меняются, вы не меняете? Внимание. Вы все... Что ж ты его пускаешь, Лера, или нет? Матвей, встали в стойку. Так, делали шпагат. Шпагат, встали шпагат. Сашенька, не балуй. Встали шпагат. Блин, с кем здесь работать? Вы, скоро соревнования. Кого я повезу, я не знаю. Встали шпагат, встали шпагат. Матвей, хорошо, Лили, иди сюда. Зачем шпагат? Показываю ногу. Я держу его ногу. Моя задача другой рукой упираюсь сюда, 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 или в бедро, или сюда. Нет, я стою на месте. Я не двигаюсь. Постараться, чтобы он упал. Топ. Сделать так. Еще раз. Я стою на месте, держу, эту ногу держу. А другой свободный стараюсь. Или сюда потяну, или сюда. Пошли. Меняйте сами. Я не буду говорить. Будешь сидеть, не будешь, будешь меняться, будешь меняться. Коль, ты его держишь за пяточку. Потому что ты, ну, ты не пяточку, пяточку, вот так. Вот теперь, да. Давай, давай. Поменялись. Девочке надо было траву делать. Какое впечатление, что за мной жили, по-моему, не играю с Гэри. Три недели. Ну как, надо... Ну сделай, сжимай, я представил, Петр Анатольевич, я сделал. Все нормально. Умираю. Как приходит сюда, умираю? Мальчик, ты что там? Поменялись? Переходный период. А? Переходный период. Так, у них переходный, у них Валерий еще переходный. Девочки, вы здесь сюда. Что? Что надо? Правильно, он не хочет падать. Бросай его. Матвей. Так, внимание сюда. Еще раз напоминаю вам. Да? Взяли партнера. Оп, сделали шаг назад, шаг вперед. И бросочек. Понятно, да? По три бросочка задняя. И три бросочка, через три броска меняем. Пошли. Сзади. Сколько ты делаешь? Видите, вот, сколько раз нужно сделать? Сколько? Считаешь, ну? Сколько? Сколько считаешь? Ну, два и три. Чем больше, тем лучше. Так, Артур, иди сюда. Артур, ты балуешься. Помнишь, что я говорю? Если балуешься, я буду на карте. Ты на карте.
сиди попробуй. Ты же взрослый, мой клад. Хорошо. Мате, а сейчас Милю сделает заднюю. Ну-ка. Иди сюда. Да, слушай. Что слушай? Он хочет сделать, ты защищаешься. Как да? Мы сказали уже с Матвеем. Ага, то есть ты не ходил в парк. Значит... Значит, еще раз, посмотрите внимательно. Вытащили партнера, сделали шаг. Раз, руками. Бросок, руку убирай в сторону. А я отсюда кувырок. Пошли. С центра наружу делаем. По два раза. Бросок и кувырок. Пошли, задняя подножка. Так. Андрюха, сюда. Николетка сюда. Николетка сюда. Диана сюда. Николетка, аккуратно пришел сюда с грабами. Ты забыл? Побежал. Ну ты же там пошел все нормально было. Ну что ты притворяешься? Нет, не так. Да. Ты становишься здесь и держишь. Вот здесь. А девочки делают. Смотри сюда. Все. Ну не сразу, а делай-то чуть-чуть. Яна, ты вот здесь вот забыл и побежал. Ну, подхитрил. Бросок и кувырок! Ну, 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 растоговели. Страховка. И кувырок. Дуевай, дуевай. Сделай, что-то. Мы на
Хорошо, Матвей. Мишенька, достань все эти вещи оттуда. Сели на колени. Я не понял, что Миша там. Помоги, Миша. Пять вещей вернулось. Хорошо. Сели на колени. Сели на колени. Этот мяч. Отдайте Мише этот мяч. Этот мяч отдайте Саше. Внимание сюда. Задача. Хорошо. Так, Андрюха, бери мяч. Давайте сюда. Задача. Держи, Андрей, мяч. Сюда. Сюда. Девочки, забрать мяч и дать мне. Приготовились? Нет, на колени, на колени. Лук колосок. Саша! Получишься. Отдай Максу. Так. Саша, иди вон туда. А, ну хорошо. Еще раз, что нужно? Соперник не бегает. Он находится вниз в высоком партере. Ваша задача перевернуть, забрать мяч. И держать его. У кого мяч, что ты выигрываешь. Готовы? Забрать мяч и принеси мне. Переверните его. Саша, Саша, держишь одну руку здесь. Вот здесь. Саша, здесь. Не там, у себя. И одной рукой только держишь. Блядь. Хорошо. Так, Андрюха, иди сюда. Держи мяч, поворачивай. Еще раз они заберут. Еще раз они заберут, еще получишь сразу первый. Приготовься. Забрал? Нет, я должен... Не знаю. Держи, Миша. Забери еще раз, принеси. Хаджина! Забрать мяч и не принеси. Стоп, аккуратно, Макс, не балуйся. Матвей! Матвей! Девочки, я вас убью. Зачем мне забрали? Да, Максим! Ой, да, Максим! Перешел сюда. Возьми вот этот большой мячик. А, Саша, с этого. Саша, с этого. Максим, держи мяч. А я? Мы вдвоем должны его забрать. Так, девочки, вы вдвоем должны его забрать. Артур остается, Миша ушел. Вы вдвоем должны его мяч забрать. Мяч его, да, Миша? Нет, не кидай, Лиза. Вот сюда встань, девочки. Андрей, что с тобой? Бери этот мяч и держи. Приготовили? Так, стоп, ты только защищаешься. Матвей! Матвей! Приготовились? Сейчас, подождите, я поставлю. Андрюша, да? Не лежать на животе. Высокий, низкий партер, дорогой. В середину, Андрюша. Андрюша, на середину. Андрей, на середину. Внимание.
Подними туфли. Хорошо? Раз. Два, давай, давай. Три. Четыре. Пять. Не вижу. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. 17. Стоп! Матей! Матей! Так, тебе. Ушли сели, так как были. Ушли сели, как были. Сели туда. Сели, эй! Вы кто с тобой был? Дима, сядь туда. Сядьте вы вдвоем, Катерина, ну сядьте вы же, ну сядь в центр, сюда, мах, куда ты пошел, блин. Вот, блин, замороженный, я в шоке. Тебя, зачем тебе у него забирать мяч? Задача какая? Кто-то из них должен принести мячик. Если он держит, прижми его и все, ты его начинаешь ломать. Зачем? Ты должен быть знать. Так, оставил мячик, ушел, вышел Саша. Боря держит мяч. Макс, ну встань на середину. Убери тот мяч, Николай. Убери мяч в сторону. Так, здесь, девочки, приготовили. Внимание. На чемпиона, кто первый заберет и мне принесет. Без удушающих. Можете вставать, ребята, Николай, Катерина, можете в стойку встать. Стоп! Матей, есть чемпион. Матей! Саша положил мяч. Миша вышел. Мишенька, подойди сюда. Миша, подойди сюда. Если кто-то будет кричать, что-то рука запуталась, останови. Приготовились. Николай, сюда. Андрей туда, вместо него. Николай держит, девочки забирают. Еще раз, девочки, Андрей, Кэталин. Так, а вы вдвоем идите сюда. Возьмите мяч. Эй, вы вдвоем, возьмите мяч. И вот здесь. Мяч, возьмите вдвоем сюда. Макс. Ты не делись, ты аккуратно. Приготовились. У кого мяч, кто-то выиграл. Готовы? Да. Борются в партере за мяч. Сядь на колени. Хаджи! Забрать и не отдать. Перевернуть и забрать. Красавчик. Куда ты на лицо наступал? Ты что, фильмов насмотрелся? Матей? У меня живот. Артур туда. Миша сюда. Еще раз. Сели. 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 Еще раз. Сели. Сели. Посмотрите на меня внимательно. Когда вы забираете мяч лицом ко мне, Андрей. Ой, да. Лицом ко мне. Вы забираете мяч. Если у вашего партнера рука зашла сюда, еще как-то. Остановите партнера. Скажите, стоп, не двигаемся. Освободили ему руку, потом продолжаете дальше. Партнер, который больше. Не делает кувырков, там, локтями. Ну, кто и еще раз. Это борьба.
Это они боитесь правил. Вы заметили, сколько они там боев за год проводят? 3 от силы 4. А остальное время тренируются и лечатся. И лечатся. Они зарабатывают деньги, потом тратят на лечение, потом тренируются. Поэтому, а это борьба с дзюдо, борьба с са, это спортивное. У нас можно тренироваться 10 лет и не получать травм. Но оба должны соблюдать дорожные правила дорожного движения. Не один, а оба. Артур взял на лицо, коленом наступает. За шею хватает. И еще, когда боретесь, смотрите, есть люди, которые всегда нарушают правила. Они не могут по-другому. С такими, значит, Бог, пожалуйста, поаккуратнее. Приготовились? Так. Девочки, идите к Максиму. Не-не-не-не. Николай перешел туда. Каталин сюда. Это Максим. Это Бог. Приготовились? Можно встать, можно встать. Андрей, Николай. Да, Борис, Борис, Миша, переворачивайся. Сядь, задуши его где-нибудь. Болевой ему сделаешь. Сядь на него сверху. Морда его в ковер. На партнера не падайте. Так, Макс, иди сюда. Подставляй сзади. Ты меня заколебал. Держать не можешь, что ли? Ну так держи! Что через 5 секунд? Через 5 секунд еще раз держи. Дальше борешь. Где ваш мячика держи? Давай мяч. Матея, встали. Все мячи сюда и пошли вокруг ковра. Там тоже можно поставить. Туда. Пошли вокруг ковра. Заправились. Построились. Считаю до 5. 1, 2, 3, 4. Вот и легли на живот. Не успели. Строиться надо быстро. Здесь плоды. Пошли. 1, 2, 3, 4. Шаста. Шапка. Ок, ноу, сети, встали, побежали вокруг ковра. Арифиги. Так, в одну шеренгу, становись по росту. Встали за трех, раз, два, три. Это колонна, так шеренга. Пять, легли на спину. Пресс, пошли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, оп, ну, дети, встали, пошли, девочки, возьмите мячи, положите туда. Бегом, Маш. Туда, по скамейке положите и оказывайте. По одну шеренгу, по росту, становись. Ставь до трех. 1, 2, 3. Почему расстояние такое большое? Чтобы было место, иди сюда. Барни. Поставили на место? Туда. Поставьте, все, это раз. Девочки домой. Еще раз. Ты пришел в армию, много говоришь. Ты есть три пути. Сказать какие? Первый, ты все время работаешь. Картошку чистишь, писсуары драешь, что писсуары.
все, там где пищи, в туалет. Все нормально. Два. Тебя бьют все время, потому что ты, знаешь как, много говоришь. Третий путь. Или ты убежал с самого, так тебя посадили. 15 суток. Да? Или пошел повесился. Что легче, тогда же никто бить тебя не будет. Да? Тогда не строй. Проверь. Дрек. Матерь. Значит так. Раз, два, три. Здесь. 50 раз. Раз, два, там, три. Здесь 50 подтягиваний. Раз, два, три. Там 50 подтягиваний. Взяли и пошли. Так. Но не так, как вы делаете. Что? Андрюха, с улыбочкой туда. Давай. Подтягивания. На следующей неделе. Нет, чем? Кстати, чем? Чем? На столе. А, иди сюда. Там на столе есть тот самый. Да-да-да. Хаджимен! Так, Макс, ты делаешь последний. Уходи. Ты лежишь, 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 лежишь. Делай тыки, тыки, когда сделай, тогда я буду жить. Чем? Или делаешь так, 20 раз, 20 раз, он делает 10. Ну большой, понимаете, он будет всегда медленно, да. Не надо бросать.
Встали, подровнялись. Там подровнялись лицом ко мне. Алинея, рекс, ре, до завтра ставьте на место. Пожалуйста. Что хочешь, я слышу? Вроде как играет, жук гудит. Да, там построились. Держи рука, подровняли, алинея, вверх, вверх. Завтра вас проверим, как вы подтягиваетесь. Так. Мячики забросил. А тебе рот скончился. То сейчас наши белые стираны. Осторожненько. Андрей, на середину. Внимание. Подними туфли. Раз. Два. Давай. Три. Четыре. Пять. Не вижу. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Матей! Матей! Так, тебе ушли сели, так как были, ушли сели, как были. Сели туда же. Сели, эй! Вы, кто с тобой был? Лили, сядь туда. Сядьте вы вдвоем, Каталин. Ну сядьте вы уже. Ну, сядь в центр сюда, Марк, куда ты пошел? Вот, блин, замороженный. Я в шоке. Тебя, зачем тебе у него забирать мяч? Задача какая? Кто-то из них должен принести мяч. Если он держит, прижми его и все. Ты его начинаешь ломать. Зачем? Ты должен быть знать. Так, оставил мячик, ушел, вышел Саша. Боля держит мячик. Марк, ну встань на середину. Убери тот мяч, Николай. Убери мяч в сторону. Так, здесь, девушки, приготовили. Внимание! На чемпиона, кто первый заберет и мне принесет. Oh,
Без удушающих и болевых. Можете вставать, ребята, Николай, ты что, можете стойку встать. А папе скоро. Матер, есть чемпион. Матер! Саша положил мяч. Миша, вышел. Мишенька, подойди сюда. Миша, подойди сюда. Если кто-то будет кричать, что-то сразу останови. Приготовились. Николай, сюда. Андрей туда вместо него. Николай, где же девочки забирают? Еще раз. Девочки. Андрей. Кэтлин. Так, а вы вдвоем идите сюда. Возьмите мяч. Эй, вы вдвоем, возьмите мяч. И вот здесь. Мяч, возьмите вдвоем сюда. Макс. Ты не делись, ты аккуратно. Приготовили. У кого мяч, кто ты выиграл. Готовы? Да. Борются в партере за мяч. Сядь на колени. Хаджина! Забрать и не отдать. Артур, перевернуть и забрать. Ты что, фильмов кто смотрел? Матео? У меня живот. Артур туда. Миша сюда. Еще раз. Сели. 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 Еще раз. Сели. Сели. Посмотрите на меня внимательно. Когда вы забираете мяч лицом ко мне, Андрей. Ой, да. Лицом ко мне. Вы забираете мяч. Если у вашего партнера рука зашла сюда, еще как-то, остановите партнера. Скажите, стоп, не двигаемся. Освободили ему руку, потом продолжайте дальше. Партнер, который больше. Не делает кувырков, там, локтями. И еще раз. Это борьба. Это не бои без правил. Вы заметили, сколько они там боев за год проводят? 3 от силы 4. А остальное время тренируются и лечатся. И лечатся. Они зарабатывают деньги, потом тратят на лечение, потом тренируются. Поэтому, а это борьба с дзюдо, борьба с... это спортивное. У нас можно тренироваться 10 лет и не получать травм. Но оба должны соблюдать дорожные правила дорожного движения. Не один, а оба. Артур взял на лицо, коленом наступает. За шею хватает. И еще, когда боретесь, смотрите, есть люди, которые всегда нарушают правила. Они не могут по-другому. С такими, значит, Бог, пожалуйста, поаккуратнее. Приготовились? Так. Девочки, идите к Максиму. Не-не-не-не. Сергей Анатольевич. Николай перешел туда. Каталин сюда. Сергей Анатольевич. Это Максим. Это. Приготовились. Можно встать, можно встать. Андрей, Николай. А Борис, Миша, переворачивайся. Сядь, задуши его. Болевой ему сделает. Сядь на него сверху. Морду его в ковер. А партнеры не падайте.
Так, Марк, иди сюда, подставляй свои. Ты меня заколебал. Бэй, ты что, держать не можешь, что ли? Ну так держи! Не, Анатолич! Что через 5 секунд? Через 5 секунд еще раз держи. Дальше, Боря, Боря сюда. Иди возле мячика, держи, блин. Матей! Матей! Встали. Все мячи сюда и пошли вокруг ковра. Там тоже можно поставить. Да, пошли вокруг ковра. Заправились. Построились. Считаем до 5. 1, 2, 3, 4. Вот я выгляну живот. Не успели. Строиться надо быстро. Здесь вот ты. Пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шаса, шапка, оп, ноу. Сети. Встали, побежали вокруг ковра. Репили. Так, вот одну шеренгу. Становись по росту. Давай до 3. 1, 2, 3. Это колонна. Так, шеренгу. 5. Легли на спину. Пресс. Пошли. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Оп. Ну. Дети. Ставим. Пошли. Девочки, возьмите мячи. Положите туда. Бегом, Маш. Туда, под скамейку. Положите их. И оказывайтесь. Одну шеренгу, по росту, становись, ставь до 3, 1, 2, 3. А чему расстояние? Чтобы было место. Чтобы было место, иди сюда. Парни, поставили на место? Туда, поставь и все, я раз. Девочки, домой. Еще раз. Ты пришел в армию, много говоришь. Полно жителя придет. Таких, как ты, есть три пути. Сказать тебе. Первый, ты все время работаешь. Картошку чистишь. Писсуары тратишь, что писсуар. Там где писсит, туалет. Дай нормально. 2. Тебя бью все время. Потому что ты, знаешь, как долго говоришь. Третий путь. Или ты убежал самого, так тебя посадили. Да? Или пришел повеситься? Что речь? Тогда уже никто бить тебя не будет. Да? Тогда не строй. Ренели. Дрифт. Мате. Дальше так. 1, 2, 3. Здесь. 50 раз. 1, 2. Там 3. Здесь 50 подтягиваний. 1, 2, 3. Там 50 подтягиваний. Взяли и пошли. Так. Но не так, как вы делаете. Что? Андрюха, с улыбочкой туда. Давай. Подтягивание. На следующей неделе. Нет, чем? Кстати, чем? Чем? А, иди сюда. Там на столе есть. Да. Бачмен! Так, Макс, ты делаешь последний. Уходи. Ты лежишь, 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 лежишь. Делаешь пипи, пипи, когда сделаешь, и тогда ему лежишь. Чем? Или делаешь так 20 раз, 20 раз, он делает 10. Ну большой, понимаете, он будет всегда.
сколько ты сделала? 15. 10. Ты сделал 10. Говоришь, теперь ты. Я уже не обязательно сразу 50. Ты сможешь 20. Он сможет 10. Видишь, для того, чтобы не обманывать ни себя, ни меня, он делает чуть меньше. Я же пошли. Вот, ты балуешься, блин. Так, завтра все взвешиваемся. Смотрим, какой у вас вес. И все, уже погода, я думаю, уже будет хорошая. Семинары у нас и кончились. Уже буду договариваться, чтобы вы поехали в Олимпию побороться. Так что завтра коронные броски повторяем. Стойки в партере, приемы. И боремся. Там что, открыта дверь? А зачем? Вот смотри, кто подошел. Сейчас я посмотрю. Thank you.
осторожненько. Давай, 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 давай. Смотрите, иди сюда, вот сюда. 30 отжиманий, приседаний, Юрий Александрович. Посмотрите, пожалуйста, за ним. Давай, 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 до конца делай. Так, девочки, или работаем, или в другую секцию уходите. Нет, Яна. Аид, Аид. За вас другие остальные начинают плохо делать. Или хорошо делаете, или не делаете. Да пришел, что ты делаешь? Матя, страховка назад. Отсигуряли и одной рукой держимся. Николай! Да. Сюда подойди. Сюда подойди, смотри. Вот так, да. Там большие. Большие страховки делаем. Что ты мне сзади все это, наклоны делаешь? Крестка, делай как приседание, руки за голову. Хорошо, Мате, ушли сюда. Пролезаем. Раз, пролез и встать. Кто быстрее? Раз. И встать, и встать. Хорошо, мы опять приготовили, встали туда, кто быстрее. Готовы? Кто быстрее? Потому что не надо бежать там полкилометра. Приготовились. Так, первый номер высокий парта. Высокий парта. Второй на него садится, и вы его должны отвезти его сюда. Маршрутное такси. Там меняемся. Хорошо, Мате. Берем партнера за ноги. И партнер ломен. Нет, все ломен. Хаджина. Ой, 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 ой
хорошо, Мате. Первый номер высокий, та парта. Второй зажив со спиной ему. На спину спиной. Спиная, спиная. И... И при этом, первый хочет, сюда еще. Да, да, сюда подвиньте. Сюда. Вы, идите сюда, Николай, чуть-чуть идите в сторону. Еще раз, не балуйтесь. Зачем? Нет. Ухайло скалышку. Так. Воду пить нечего. Хорошо, посмотри, иди. Иди, Андрюха, туда. Так. Да. Значит, так, этот, что мы сейчас делали? Лошадка. Как ничего не делали? Это все равно ничего не делали. Лошадка. Лошадка, да? Значит, сейчас чехарда. Чехарду играем. Прыжки через партнера. Ну. Окей. Да что у тебя такое разбег? Два шага и прыжок. Хорошо, Мате. Первый. Еще раз. Запомните. Никакого баловства. Вот я не понял. Вот вы слышали, чтобы мне кто-то звонил в это время? Нет. Жена звонит? Нет. А знаете почему? Да. Потому что она знает, что я на работе. Если я иду не на работу, я звоню, говорю, Маша, я не на работе, а там-то, там-то. Позвоните дочке в Америку и спросите, где папа? Она скажет, папа на работе. И я знаю сейчас, где дочка находится. Сейчас что у них? Сейчас у них, наверное, утро. Раз утро, значит, всех в школу. 7 утра. 7 утра, вот они сейчас должны ехать 15 минут назад, 4 человека в школу отвезти. То есть я примерно знаю, где моя дочка. Понимаете как? В Америке находится. Каждый раз звонит. Вы, если это друзья, скажите, ребят, вы, я хожу на тренировку. Так, вот, теперь пошире. И смотрите внимательно. Первый номер становится на партнера, а он... Аджина, девочки, уходите сюда. Мальчики, уходите сюда. Эй, вы, девочки, вы здесь, девочки? Вы здесь? Вы здесь? Эй, пятеро, встать на него. Нет, эй. Стой, стой. На него, в финале, пятеро. Еще раз. Еще раз. Кто вот тут, кто может пройти? Я. Половину проходит первый номер, половину второй. Хотите, хотите. Так.
Так, стоп, стоп. Иди сюда, да. Сюда. Остановишься на него. Николета, ты становишься на Андрея. Вперед. Не проведет. Батюшки, я вас докажу. Батюшки, я вас докажу. Сейчас первый номер садится на второго, и оттуда он везет его. Эй! Нет, 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 он! Обратно просто идем! Андрюха, что такое? Ателен, замени мне колено. Мате? Мате? Что такое? Что с ним? Да, значит, внимание сюда. Александр, ко мне. Ложи. Значит, что? Помните, да? Удержание. Значит, из этого удержания мы делаем перекат. Отсюда поднимаем ножки. Раз, два. Оп, поднял ножки. Пошел. Оп. И перекаты. Оп. Пошли перекаты. Пошли. Стоп. Нет. Сейчас разбираемся по кому. Мы же даем подняться. Разбираемся. Да. Что вы здесь? Нет, не сойти. Иди, сойди, что ты стоишь? Наступай, что ты не делаешь? Еще анфы, это что ты не делаешь? Ай, 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 ай. Хорошо. Хорошо. Мате. Значит так, первый номер держит соперника. Иди сюда. Держит за руку и туловище. Но не в полную силу. Вот так. Не за шею. Не за шею. Потому что у вас шея слабая. Здесь. А ты должен уйти. У тебя есть 15 секунд. Через 15 секунд. Я, если ушел, ушел. Ложишься опять, он опять начинает дышать. А через 15 секунд я даю свисток и баскетбас. И даже второй номер держит. Приготовились. Первый номер для удержания, второй готовится уходить. Эй, удержание гелия. Игры, эй, удержание, парни! Удержание, парни! Чечонки! Готовы? Первый держит, второй уходит. Эй, я сказал, ну ты не гриту. Ты не торс, смотри. Торс ты. Готовы? Внимание! Первый уходит, второй держит. Пять, шесть, семь,
бац, номер вдоль, да? Готовы? Сейчас. Хаджиме! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, Mateo. Внимание! Ну ты не готов! Ну ты не готов! Хочу! Астрый колли! Уно! Два! Три! Патро! Чич! Шаса! Шаса! О! Но! Баскебас! Ну ты не готов! Внимание! Астрикоми. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Шаса. Шапта. Оф. Но. Ты. Ставишь стойку. Ставишь стойку на печаре. На печаре. Положили руки на плечи, лома. И первый номер, или правой, или левой ногой, должен наступить своему партнеру. Раз. Или на эту ногу, или на эту ногу. Первый номер. 15 секунд. Так, здесь сейчас ошибаюсь. Почему? Только первый номер наступает. Подходите близко по камеру. Здесь вот. Поменяли второй номер. Готовы? Прыгай, прыгай, Диана, прыгай. Как ты сказал? Эй, боец, идите сюда. Блин, во мне, все. Вот здесь вот. Поднимите, пожалуйста, там аккуратно. Так, первый номер ложится на спину. Миша, сделал сзади, он падает. Миша, почему руку выставляет? Почему кувырок не делает? Так, первый номер делает. Нет, первый номер должен сделать удержание. А второй номер, не убегает, но не дает. Иди сюда, да. Эй! Ты становишься со стороны головы. Становись на колени. Он должен мне сделать удержание. Или отсюда, или отсюда, или отсюда. А я ему не даю. Хаджим, я защищаю, но не убегаю. Не убегаю. То есть я ему не даю делать, защищаю, но не убегаю. Не надо ложиться на живот. Готовы? Приготовились. Если я зафиксировал, то отпускаешь и снова делаешь. Приготовились? Я не вижу, что ты делаешь. Защищайся, Диана. Ногами, руками. Зафиксировал? Николай, зафиксировал еще раз.
Поменяли. Готовы? Да. Хаджина. Взял еще раз. Пройти, сделать удержание. Макс! Да! Защищайся! Что ты как мешок с говном? Матея? Катерин, сюда. С Диане? Да. Идешь к Лиле, а Николай идет к Андрею. Отжимание. Вот это. Ты приготовились? Я. Внимание. Пройти, сделать удержание. Хаджина. Я что сказал, у нас людей на животе не лежат? Только... Саша, что ты пропустил? Я не пропустил. Матер, баскетбас. Вот так и на соревнованиях, как мешки с говном. Хаджи! Не пускай. Давай, 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 давай. Убирай ноги в сторону. Не, не дерись сюда, не защищайся, не дерись. Матер, дали свой тур. Значит, ваша задача. Иди сюда. Значит, в борьбе. Бывает так, что он заправился. И невозможно взять за кимоно. Поэтому заправился и тяжело взять за кимоно. Вам нужно взять отворот. Или этот, или этот. Поэтому сейчас ваша задача. Противник заправился, партнер. Не дать ему. И сделать, посмотрите что. Постараться раз достать, раз и вытащить. Хоп, вытащить. Хоп, чтобы потом можно было взять и сделать бросок. Ты делаешь. Мне, то есть мы оба друг другу делаем. Приготовились. Заправились. Готовы? Еще нет. Еще хочется, да? Хаджина. Пошли. Быстрее, Саша! Сейчас. Вытащить от ворота партнера. Дрюша, стоп. Я понимаю, что вот так можно держать. Но вот так, когда ты держишь, зато за это шину дают. Поэтому старайтесь себе руки противника. Раз. И не поворачивается спиной. Повернулся спиной. Пендель ему. Бэм. Подсрачка. Бэм. И еще раз. Прошу, у вас два мата. Ваши два мата здесь. Хочу. Постараться вытащить. Идите сюда. Приготовились. Все, слушайте, да. Приготовились. Он вообще скажет, что не считается, потому что он хочет прыгать. Будешь как-то, я сказал, где ваша мама? Приготовились. Че? Вытащить. Оба отворот. Андрюха, спину не поворачивайся. Макс, чтобы не убегать, надо качаться. Так, значит, внимание сюда. Артур, спина. Качаться не во время тренировки. Эй, как вы не можете, посмотрите на меня. Качаться не во время. Если ты голодный, это не значит, что надо кушать все время во время тренировки. Хочешь в футбол играть, это не во время тренировки. Это в личное время, свободное, понимаешь? Для этого надо говорить, Сергей Анатольевич, придем в среду там, придем
когда мы придем, в субботу, как у нас, есть ли это задание, нет, давайте будем ходить качаться. Понятно? Тренировка – это тренировка. Все, вы хотите во время тренировки покушать, выучить уроки, сходить в туалет и потренировать. Это одна тренировка. Так, внимание сюда. Артур садится, ложится на спину, спина. Между ног у него становится Миша. Вот это исходное положение. Обычно в парке или как бывает? А, ну иди сюда, смотри. Иди сюда. Иди ко мне. Посмотрите внимательно. Его задача выйти из этого положения, встать в стойку. Единственное, что нельзя. Нельзя меня поднимать и бросать на спину. Вы постарайтесь удержать в этом положении. Выходи. Как? Держи его. Вставай. Опять выходи. Не давать ему вставать. Давай, вставай в стойку. То есть не давай. То есть не дать ему оберпереться. Давай, давай, давай. Вот, держим руки. Вот, не даем вставать. Я если он встал, значит меняемся. Встал, вас оторвал от ковра. Не бросил, положил. Вы меняетесь. Хорошо? Так, да, идешь дядя. Ой, какие вы мертвые. Какие вы мертвые, девочки. Кто болеет? Кто вакцинирует? Юрий, возьми Юрию, дай по 100 отжиманий, приседание, потом они подтянутся и выглядят. Пошли, туда. Так, ты мне, куда ты пришел? Не, не, Катерина, а Лиза туда. Катерина, буду менять. Пошли! 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 Работаем! Пойдешь и поменяешься, как они. Ты как девочка, я не могу тебе
тебя, прости, прости. Сколько можно сказать? Вот ты, поменялись. Да, ручки. Миша, Миша, я сказал поменяться. Почему все меняются, вы не меняете? Внимание. Вы везде. Что ж ты его пускаешь, Лера, везде? Матея, ставь стойку. Так, делали шпагат. Шпагат, ставили шпагат. Сашенька, не волнуйся. Ставили шпагат. Блин, с кем здесь работаешь? Вы, скоро соревнования. Кого я повезу, я не знаю. Ставили шпагат, ставили шпагат. Матея, хорошо, теперь иди сюда. Начнем шпагат, показываю ногу. Я держу его ногу. Моя задача другой рукой упираюсь сюда, 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 или в бедро, или сюда. Нет, я стою на месте, я не двигаюсь. Постараться, чтобы он упал. Хоп, сделался. Еще раз, я стою на месте, держу, эту ногу держу. А другой свободный стараюсь. Или сюда потянуть, или сюда. Пошли. Меняйте сами. Я не буду говорить. Будешь сидеть? Будешь сидеть. Не будешь? Будешь меняться? Будешь меняться. Оль, ты его держишь за пяточку. Ты, ну, ты не пяточку. Пяточку. Вот так. Вот теперь, да. Давай, давай. Поменялись. Девочки, надо до утра будет делать пес. Ты сделал отжимание, представил пресс Анатолич, я сделал. Все нормально. Умирают. Как приходят, снова умирают. Мальчики бежит там. Поменялись. Переходный период. А? Переходный период. У них переходный, у них у Валерия еще переходный. Девочки, вот здесь что? Что надо? Правильно, он не хочет падать. Бросай его. Матея. Так, внимание сюда. Еще раз напоминаю вам. Да? Нет. Взяли партнера. Хоп. Делали шаг назад, шаг вперед. И бросочек. Понятно, да? Вот три бросочка, задние. Не три бросочка, через три броска меняем. Пошли. Сзади. Сколько ты делаешь? Пятерка. Сколько раз нужно делать? Стоп. 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 Стоп
чем больше, тем лучше. Так, Артур, иди сюда. Артур, ты балуешься. Помнишь, что я говорю? Если балуешься, я буду так же. Ты на камеру ответил. Ударить, по мне она придет, скажет, как так, она вас тут ударит. Я должен сидеть оправдываться. Ты уже взрослый, мой класс. Хорошо. Матвей, а сейчас Лию сделает сзади. Иди сюда. Да, слушай, тебя. Что слушай? Он хочет сделать, ты защищаешься. Так да? Мы сказали уже, что Матвей. Ага, то есть ты не хотел падать. Значит... Значит, еще раз, посмотрите внимательно. Вытащили партнера, сделали шаг, раз, руками. Бросок, руку убирай в сторону. А я отсюда кувырок. Пошли. С центра наружу делаем, по два раза. Бросок и кувырок. Пошли, задняя подножка. Так. Андрюха, сюда. Николетка, сюда. Николетка, сюда. Диана, сюда. Николетка, аккуратно, ты что же даже грабли? Ты забыл? Побежал. Ой, ну ты же там пошла все нормально. Ну что ты притворяешься? Нет, не так. Да. Ты со мной еще здесь сидишь? Вот здесь. А девочки делают? Смотри сюда. Все. Ну не сразу, а делайте. Все, что? Диана, ты вот здесь не забыл, я побежал. Вот хитрюля. Не вижу. Бросок и поворот. Ну, ну. Ну, Стагалеев. Парковка. И поворот. Дуевой. Дуевой. Сделай председатель. Вот так, и грудью доставай.
говоря, стать тебе. Они закончили? Ты держи. Покажи девочкам, как надо делать. Как делать, пацаны. Вот, они все могут сейчас. А ты, что сделать, чтобы не успеть звонить? Мне темно. Вот так. Смотри, куда падаешь, чтобы ногой не ударить. Хорошо. Матвей. Мишенька, достань все эти вещи оттуда. Сели на колени. Я не понял, что Миша там. Помоги, Миша. Пять мячей должно быть. Хорошо. Сели на колени. Сели на колени. Этот мяч. Отдайте Мише. Этот мяч. Этот мяч отдайте Саше. Внимание сюда. Задача. Хорошо. Так, Андрюха, бери мяч. Давайте сюда. Задача. Держи, Андрей, мяч. Сюда. Сюда. Девочки, собрать мяч, отдать мне. Приготовились? Нет, на колени, на колени. Лоб колосок. Саша! Получишься. Отдай массу. Так. Саша, иди вон тут. А, ну хорошо. Еще раз, что нужно? Соперник не бегает, он находится в низком высоком партере. Ваша задача перевернуться, брать мяч и держать его. У кого мяч, тот и выигрывает. Готовы? Хочу! Забрать мяч и принести мне. Переверните его. Саша! Саша, держишь одну руку здесь. Вот здесь. Саша, здесь. Не там, у себя. И одной рукой только держишь. Хорошо. Так, Андрюха, иди сюда. Держи мяч, поворачивай. Еще раз они заберут. Еще раз они заберут. Еще получишь сразу первый. Приготовься. Забрал? Нет, я просто... Не знаю. Держи, Миша. Забери еще раз принеси. Хаджина! Забрать мяч мне принеси. Эй, что ты делаешь? Стоп! Аккуратно, Макс, не балуйся. Матея! Матея! Девочки, я вас убью. Зачем вы не забрали? Да, Максим! Ой, да, Максим! Перешел сюда. Возьми вот этот большой мячик. А, Саша, сядь туда. Саша, сядь туда. Максим, держи мяч. А я? Вы вдвоем должны его забрать. Так, девочки, вы вдвоем должны его забрать. Артур остается, Миша ушел. Вы вдвоем должны его мяч забрать. Мяч забрать, да, Миша? Нет, не кидай, Лиза. Вот туда встали, девочки. Андрей, что с тобой? Бери этот мячик и держи. Приготовились? Так, стоп, ты только защищаешься. Матвей! Матвей! Приготовились? Сейчас, подождите, я поставлю.
Андрюша, да. Не лежать на животе. Высокий, низкий партер, дорогой. В середину, Андрюша. Андрюша, на середину. Андрей, на середину. Внимание. Подними туфли. Раз. Два. Давай, давай. Три. Четыре. Пять. Не вижу. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Так, тебе ушли сели, так как были, ушли сели, как были, сели туда, сели, эй, вы, кто с тобой был? Вилли, сядь туда, сядьте вы вдвоем, Катерина, ну сядьте вы уже, ну сядь в центр сюда, мат, куда ты пошел? Ну. Вот, блин, замороженный, я в шоке. Тебя, зачем тебе у него забирать мяч? Задача какая? Кто-то из них должен принести мячик. Если он держит, прижми его и все. Ты его начинаешь ломать. Зачем? Кто? Ты должен быть знать. Так, оставил мячик, ушел, вышел Саша. Боля держит мячик. Макс, ну встань на середину. Убери тот мяч, Николай. Убери мяч в сторону. Так, здесь, девочки, приготовили. Внимание! На чемпиона, кто первый заберет и мне принесет. Без удушающих и болевых. Можете вставать, ребята, не талайте, можете стойку встать. Чемпион! Матей! Саша положил мяч. Миша вышел. Еще так, подойди сюда. Миша, подойди сюда. Если кто-то будет кричать, что-то рассказывать, останови. Приготовились. Николай, сюда. Андрей туда вместо него. Николай держит, девочки забирают. Еще раз, девочки, Андрей, Кэталин. Так, а вы вдвоем идите сюда, возьмите мяч. Эй, вы вдвоем, возьмите мяч. И вот здесь. Мяч возьмите вдвоем сюда. Макс, ты не берись, ты аккуратно. Приготовили. У кого мяч, кто-то выиграл. Готовы? Да. Борются в партере за мяч. Сядь на колени. Хаджи! Забрать и не отдать. А перевернуть и забрать. Куда ты на лицо наступаешь? Ты что, фильмов-то смотрел? Матер? У меня живот. Артур туда. Миша сюда. Еще раз. Сели. 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 Еще раз. Сели. Сели. Посмотрите на меня внимательно. Когда вы забираете меня лицом ко мне, Андрей. Ой, да. Лицом ко мне.
вы собираете мяч. Если у вашего партнера рука зашла сюда, еще как-то, остановите партнера. Скажите, стоп, не двигаемся. Освободили ему руку, потом продолжайте дальше. Партнер, который больше. Не делает кувырков, там, локтями. И еще раз. Это борьба. Это не бои без правил. Вы заметили, сколько они там боев за год проводят? 3 от силы 4. А остальное время тренируются и лечатся. И лечатся. Они зарабатывают деньги, потом тратят на лечение, потом тренируются. Поэтому, а это борьба с дзюдо, борьба с са, это спортивное. У нас можно тренироваться 10 лет и не получать травм. Но оба должны соблюдать дорожные правила дорожного движения. Не один, а оба. Артур взял на лицо, коленом наступает. За шею хватает. И еще, когда боретесь, смотрите, есть люди, которые всегда нарушают правила. Они не могут по-другому. С такими, значит, Бог, пожалуйста, поаккуратнее. Приготовились? Так, девочки, идите к Максиму. Николай перешел туда. Катерин сюда. Это Максим. Это. Приготовились? Можно встать, можно встать. Андрей, Николай. Да, Борис, Миша, переборачивайся. Сядь, задуши его, блин. Болевой ему сделай. Сядь на него сверху. Морду его в ковер. По партнеру не падайте. Так, Макс, иди сюда. Подставляй, зайчик. Ты меня заколебал. Уходи. Бэй, ты что, держать не можешь, что ли? Ну так держи! Нет, Анатолий! Что через 5 секунд? Через 5 секунд еще раз держи. Дальше борешься. Борешься дальше. Иди возле мячика, держи. Давай мяч. Матея, встали. Сели через сюда и по всему вокруг ковра. Пошли вокруг ковра. Заправились. Построились. Ставь до 5. 1, 2, 3, 4. Вот это двигай на живот. Не успели. Строиться надо быстро. Здесь вот это. Пошли. 1, 2, 3, 4. Шаса. Шапка. О. Ноу. Сети. Встали, побежали вокруг ковра. Репели. Так, в одну шеренгу. Становись по росту. Ставь до 3. 1, 2, 3. Это колонна. А шеренга. 5. Легли на спину. Пресс. Пошли. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Оп. Ну, дети, встали, пошли. Девочки, возьмите мячи, положите туда. Какой марш? Хороший. Туда, по скамейку положите и оказывайте. Одну шеренгу, по росту. Становись, встать до 3. 1, 2, 3. Почему расстояние такое большое? Чтобы было место, иди сюда. Парни, поставили на место?
туда поставь, и все, я пас. Девочки домой. Еще раз. Ты пришел в армию, много говоришь. Полно же тебя придет. Таких, как ты, есть три пути. Сказать какие? Первый, ты все время работаешь. Как то, что чистишь. Писсуары брали, что писсуар, там не писси, в туалет. Дай нормально. Два. Я бью все время, потому что ты, знаешь как, много говоришь. Третий путь. Или ты убежал самого, так тебя посадили. 15 суток, да? Или пошел повеситься. Что легче, когда уже никто убить тебя не будет. Да? Тогда строй. Олегнери. Дрек. Матэ. Значит так. Раз, два, три. Здесь. 50 раз. Раз, два, там, три. Здесь 50 подтягиваний. Раз, два, три. Там 50 подтягиваний. Взяли и пошли. Так. Но не так, как вы делаете. Что? Андрюха, с улыбочкой туда. Давай. Подтягивания. До следующей недели. Нет, чем-то. Ставьте чем-то. Чем-то. На столе. А, иди сюда. Там на столе есть. Да. Так, Макс, ты делаешь последний. Уходи. Ты лежишь, 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 лежишь. Я на все эти пипи, когда сделаешь, тогда я буду лежать. Чем? Или делаешь так, 20 раз, 20 раз, он делает 10. Ну большой, понимаете, он будет всегда медленно, да. Ай!
сделал? Да. Делал? Давай, давай, 5 минут еще осталось. Давай, делай. Сергей Анатольевич. Что? Не надо бросать. Встали, подровняли. Там подровняли с лицом ко мне. Линея, рек, рек. Глаза проставьте на место. Пожалуйста. Что хочешь, я встречу? Да вроде как играет, жук гудит. Да, там построились. Держи руку. Рука подровняли. Поменяли. Вперед. Завтра у вас подвели, как вы подтягиваетесь. Так. Вот. Постоянно понемножку. Постоянно понемножку. Так, чтобы похудеть, надо на первое, второе насыщение. Да, сюда приносишь, и я скушаю. Мячики закрой, что надо. А тебе? Рот скотчем. А то сейчас, значит, первое здесь сраное. Андрей! Андрей! Хорошо. Смотри, как скажешь. Вы искать цапу? Да. Еще мы хотим. Вы кофе хотим? Георгий, можешь снять. Итак. Возьми вот это. Справа слева большие. Когда бросаешь, значит, вот так расставим пал. Два больших. И сбоку два маленьких. Возьми это. Осторожненько.